Одним из героев, естественно, прототипом стал отец. Другой герой – это литературный вымысел, так сказать, собирательный образ. Но, как оказалось, потом, уже вот 2 года назад, я познакомился с ветераном Владимиром Марковичем Климовичем, которого я вот здесь, в этой книге, к моему, так сказать, ну, что ли, это моя заслуга, может быть, что я вот Климовича, вот эту фотографию поместил, и несколько слов о нем, потому что он полностью повторил, вернее, герой моей повести полностью повторил его судьбу. Последние дни на Херсонесском маяке, пленение, прогон через всю, так сказать, Крым, Украину, немецкие лагеря, побеги и прочее, прочее. И вот это самые героические были дни и самые героические люди, к сожалению, которые остались безвестными, которые остались без вести пропавшими, понимаете? И который герой мой, когда встречается с главным героем после войны, и он уже бомж опустившийся, и он спрашивает у него: это что у тебя на колодочке орденские? Это что? Это за Севастополь? Да, за Севастополь. А у меня такой нету. Вот те люди, которые были больше всего достойны вот такой награды, и которую награду эту ценят более всего все, кто прошел Севастополь, для них медаль за оборону Севастополя самая ценная.